Здравствуйте. На канале «Россия» большие вечерние вести в субботу будут. Новости дня будут те, кто у нас сегодня в фокусе. Ну, во-первых, мы вас хотим познакомить с теми, кого пока больше знают в их семьях. Это рядовые жители города Галич Костромской области. Про них отдельный материал. С кем мы сегодня еще озаботимся? Королевская семья в Британии. Такого фото еще не было. Разберем его на детали. Поговорим с главой Сбербанка Грефа. У них удивительный эксперимент. Посмотрим, что сегодня сказал министр иностранных дел Лавров. Не в обиду ему за такое соседство. Нас сегодня живо интересуют жители Папуа-Новой Гвинеи. Ну и образ из пограничья между гражданской войной России и Первой мировой войной. Это еще не все, о чем мы хотим рассказать. Вот у нас будет такая огромная галерея шедевров Третьяковской галереи, которые сейчас отправились в Европу. Причем такой подбор. А вот главная тема этого выпуска. Наш специальный репортаж из русской провинции, город Галич Костромской области. Почему здесь говорят глухомань, но зачарованная? В лес идешь, а там, мол, следы волков, медведей. Прямо вот так? Да, вот прям вот так, да. И как именно здесь теперь открыли новое производство на знаменитом заводе автокранов? Как поднять русскую провинцию? И что было именно здесь? По щучьему велению. По щучьему велению. По моему прошению. Российские дороги, точнее опрос о состоянии дорог в российских городах. Как неожиданно выглядит и первая тройка, и первая десятка. Но кого в списке вообще нет? Розовое платье герцогини Кейт. Как ее муж, принц Уильям, сын принцессы Дианы, теперь сошелся со своей мачехой. И, по сути, землетрясение в парламенте Вестминстере. Как британские политики окончательно переругались из-за Брекзита. Что дальше? Как в Третьяковской галерее упаковывали демона и другие шедевры для ответной выставки в Ватикане. Особенности транспортировки бесценных шедевров. Как доехал, как пережил это непростое путешествие? Пока все хорошо, мы довольны состоянием сохранения. Как создаются условия хранения и экспонирования? За подготовкой и монтажом в Ватикане вознаблюдала Ася Емельянова. Папуасы из Новой Гвинеи наконец-то дождались у себя саммита АТЭС. Вечеринка с национальным колоритом, традиционные костюмы, песнопения и ритуальные танцы. Редкий репортаж из любимой страны Миклуха Маклая. И почему на торжествах в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой не читали письма российских солдат? И где эта война закончилась? Репортаж из Архангельской области, где до сих пор лежат американские снаряды. Как получилось, что первый концлагерь в России построили англичане? Неприятная, но нужная правда. Но сначала столичный аэропорт Шереметьево, где пару часов назад приземлился чемпионский борт. В Москву вернулась наша хоккейная молодежка. Накануне эти замечательные парни, всем не более 20 лет, одержали победу в суперверсии в Канаде. Победу на сборке.